детской клетки Симона приехала в реабилитационный центр. Юный лев даже скромных размеров не должен был здесь поместиться, если бы только в свои полгода хищница не выглядела на 2 месяца. За счет сильнейшего отставания в развитии малышку кормили мясом, возможно, даже вырезкой. Из-за отсутствия минеральной составляющей, то есть костей, собственные кости львицы так и не развились. Это мешает ей, она сейчас растет, и у нее нет возможности костям расти, они будут продолжать искривляться. А на грудные конечности большая нагрузка, поэтому ей нужно, чтобы для комфортной жизни, ну, чтобы они более-менее были соответственно развиты. Редкий случай, когда милая внешность сочетается с приятным характером. У Симоны в Велесе много друзей. Вот они вышли провожать. Последняя проверка документов. Лев африканский, окрас песочный. Ты куда пакуешься? Не та кошка. И вот, наконец, когда в машину загружены вода, теплое одеяло и любимая игрушка, выходит Симона. Неожиданно царица зверей решает присесть на дорожку. Пошли, Симона, пошли гулять. Ой, сейчас, секунду, постойте. Пошли. Хищницу везут на операцию в Москву. Только там, в одном из ведущих ветеринарных центров России, есть все необходимое, чтобы провести локтевую остеотомию льву. За счет рассечения костей в нужном месте выправить лапы. Давай. Потребуется, скорее всего, несколько операций. Раз за разом лапы будут становиться все длиннее, так что в дальнейшем и клетку, и машину нужно будет искать побольше. Реабилитация после каждого хирургического вмешательства займет около 3 месяцев, и проходить ее Симона будет у себя дома в Велесе. По ее состоянию, то есть если она, мы и врачи, которые будут это делать, дадут нам добро, все, поезжайте, мы уедем как можно быстрее, потому что чем быстрее она сюда приедет, тем меньше у нее стресс, тем быстрее она будет идти на поправку. Машина только отъехала от ворот Велеса, а все его обитатели уже ждут возвращения Симоны и скучают. Юлия Васильева, Сергей Смирнов, Андрей Романов, Вести Петербург из Ленинградской области.